Подскажите, пожалуйста, что убираете? Это все вчера поломало. А много было? Там где-то десяток еще обломано. Владимир утром начал уборку придомовой территории на улице Воровского. Вчерашний ураган наломал деревьев и веток. Мужчина не стал делать заявку в службу, а сам взялся наводить порядок. Теперь будет ждать службу по вызову. Вчерашний ураган за 20 минут превратил Уссурийск в свалку. Все обочины, дороги были завалены деревьями и мусором. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду. 19 миллиметров осадков обрушилось на город. Шквальный ветер валил деревья на машины, линии электропередач и жилые дома. Сразу же на восстановительные работы вышел 7-й пожарно-спасательный отряд. Благодаря усилиям пожарных караулов сразу же начались ликвидации последствий поваленных деревьев, что в свою очередь облегчило ряд проездов по дорогам и проход по тротуарам. В Уссурийском округе к устранению последствий стихии подключили 12 единиц спецтехники. Социально значимые объекты работают в штатном режиме, но часть округа остается без света. На улице Лемичевской ураганом унесло крышу со здания настоящий большегруз и перекинуло на высоковольтовую линию, обесточив предприятие и частный сектор этого района. Всего после стихии 152 трансформаторные подстанции оказались без питания. На данный момент, получается, осталось включить 26 подстанций. Все федера высоковольтные включены. В дневное время к работе привлечено 8 аварийно-восстановительных бригад. До сих пор без света частично остаются села Уссурийского округа. Воздвиженка, Борисовка, Алексей Никольская, Глуховка, Дубовый Ключ. Проезд ко всем населенным пунктам открыт по данным управления ГОЧС.